Болельщикам просьба запасаться валидолом. Мини-футбольный «Сибиряк» одержал сверхволевую победу над «Газпром Югрой» в повторном матче 4-го тура Суперлиги. Подробности в сюжете Константина Бухтатова. Я считаю, что лучше выигрывать так, чем 6-0, 7-0. В повторном поединке, первый завершился победой «Сибиряка» 5-3, ничто не предвещало подопечным Евгения Куксевича беды. Вышли вперед благодаря ошибке югорцев, а вот затем посыпались. 5 подряд мячей в исполнении гостей на любой вкус и цвет выбьют из колеи любого, но не команду, для которой слова «сибирский характер» не пустой звук. Как я и сказал, ребята, на перерыве, это то, что команда «Сибиряк» в Суперлиге — это команда, которая больше вытаскивает матч. И мы этого знали. И мы знали, что мы не могли дать шанс. Но шанс все-таки дали. Подопечным Евгения Куксевича уже не привыкать отыгрываться после провалов на старте матча. В августе в игре с новой генерацией наша команда уступала 2-6 за 7 минут до конца матча. Та игра осталась за «Сибиряком» 7-6. То ли дежавю, то ли привычка копить камбэки, но в матче с «Газпромом Югрой» новосибирцы точно так же проигрывали 2-6, точно так же сравняли счет 6-6. А за 4 секунды до конца игры Лео Сантана делает, казалось бы, невозможное. Для меня, в принципе, это не удивление. Наверное, мы уже привыкли. Воочию наблюдали, опять же, сегодня сибирский характер. Как итог, победа 7-6 в отсутствии дисквалифицированных лидеров Жана и Романа Гловацких над лучшей командой Европы. Те, правда, тоже после колумбийского чемпионата мира остались без ряда игроков, но успеха новосибирцев это нисколько не умаляет. Мы допустили в начале ошибки, потому что был поиск. Нужно было понять все-таки, кто на сегодняшний день может подменить там лидеров. Когда мы нашли связи, не стали психовать, выбрасываться, как я все сказал, это психология. Только бы полетели, этот умный соперник, очень технически, тактически грамотно, он бы нас наказал еще больше. Мы сохранили эту спокойную голову, нашли связи и за счет характера еще переломились. «Сибиряк» продолжает держаться на первой позиции в чемпионате, а серия побед на родном стадионе с учетом прошлого сезона достигла уже 6 матчей. Константин Бухтатов, Антон Мамаев, новости ОТС.